Здравствуйте, меня зовут Виктор, я приехал с Киева. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я жена Виктора, мы вдвоем с Украины, с Киева. Почему вы решили поехать в Америку? Традиционный вопрос. В данном случае мы хотим себя здесь реализовать, попробовать себя именно в нашей профессии, которую мы обучались в Киеве, но, к сожалению, не получилось все-таки там трудоустроиться и получить желанное от нашей профессии. Что у вас за профессия? Мы по образованию актеры, вот Кристина. Актеры театра и кино. Актеры театра и кино. И в данном случае, мне кажется, Голливуд — это прекрасное место, чтобы именно попробовать себя в актерской сфере. Вы там себя не реализовали, вы как вы считаете, что не реализовали? Вы просто не нашли работу или вы вам мало платили? Что это, что это такое? Знаете, наверное, очень много критериев, очень много всего вместе. Мы искали работу, были периодические съемки. То есть вы закончили какой-то...